У входа в заводскую столовую «Армеза» многолюдно. Один за другим подходят ветераны производства и руководители, которые в разное время возглавляли промышленные предприятия города, и те, кто сейчас на посту. Собираться на Радоницу и отдавать дань памяти товарищам, которые ушли из жизни, но оставили здесь, на земле, весомый след, давно стало хорошей традицией. Инициативная группа пришли ко мне с предложением. Я одобрил, и с тех пор она существует. Это поддержание вот того хорошего, то, что должна рождаться в сегодняшней жизни. Я, находясь и в Краснодаре, и в Ростове, всегда старался приехать на день сюда, потому что у меня здесь много друзей. По традиции, День памяти начался с поминальной панихиды. Настоятель храма Рождества Христова протоиерей Иоанн в молитве называл каждого ушедшего из жизни. В памятном списке 150 имен. Это люди, которые в разные годы ковали промышленную славу Армавира, поднимали фабрики и заводы, добивались высоких показателей в труде, строили первые многоэтажки и закладывали микрорайоны. Делали все, чтобы по улицам прошел первый троллейбус. Когда каждый своим делом, своим поручением, вниманием решал тот или иной городской вопрос, городскую проблему, для того, чтобы жителям жилось легче, лучше. Как сейчас любят говорить, комфортней. Огромное спасибо всем вам, дорогие уважаемые руководители, вашей молодой смене, которая здесь присутствует, которая эти традиции, мы уверены, пронесет и дальше. Армавир силен своими традициями, и одна из них – сохранять память о героях-созидателях. Ведь без прошлого невозможно будущее. Но мы сохранили самое главное. Мы сохранили промышленность, мы сохранили город, мы сохранили социальный мир и межнациональное сотрудничество. И мы можем гордиться этим и говорим слова благодарности тем руководителям, которых уже нет, которые многое для этого сделали. Слово «Радоница» образовано от слов «род» и «радость». Несмотря на то, что большинство из присутствующих не состоят в кровном родстве, они преемники и в настоящее время продолжают дело тех, кто строил и облагораживал наш город. К сожалению, этот скорбный список каждый год пополняется, и этого остановить невозможно, потому что времени жалеет не того. И тем не менее мы не имеем права забывать ни одного из тех, кто поименован в этом списке. В этот день совет директоров промышленных предприятий города не решает вопросы, связанные с производством. Его члены поминают ушедших товарищей, тех, чей бесценный опыт на руководящей должности помог, несмотря на изменчивость времени, удержать за Армавиром славу промышленного центра Юга России. Лариса Юровская, Игорь Щенников, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».